При выборе семян моркови следует обращать внимание на сроки созревания. Сорта моркови делятся на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Раннеспелые сорта моркови лучше не использовать для хранения, а использовать их для приготовления свежих салатов и для переработки. Одним из немногих раннеспелых сортов, которые пригодны для хранения, является сорт моркови амстердамска. Из среднеспелых сортов следует отметить морковь самсон. Она пригодна как для приготовления салатов, так и для хранения, также для переработки. Из позднеспелых сортов можно отметить такой сорт, как канада. Он также, как и сорт рогнеда, дает урожай в любых условиях. Особого внимания заслуживают такие два сорта, как канада и рогнеда. Они отличаются тем, что обладают экологической пластичностью и дают урожай в любое лето в любых условиях. Какие же сорта моркови подходят для подзимнего посева? Для подзимнего посева подходят следующие сорта. Даяна, восточная красавица, бэйби, нанская улучшенная и соната. По форме корнеплода сорта моркови подразделяются на конические, цилиндрические и удлиненно-конические. Также по форме кончика они подразделяются на сорта с тупым кончиком и заостренным кончиком. Например, такой сорт моркови, как мо, относится к сортам с конической формой корнеплода и с тупым кончиком. Сорт «Детская сладость» относится к цилиндрическим сортам с тупым кончиком. Сорт «Сахарная королева» относится к сортам с удлиненной конической формой корнеплода и заостренным кончиком. Благодарим за внимание. До новых встреч!